Для меня мечта – это что-то возможно достижимое. Если какой-то человек мечтает заиметь бизнес и зарабатывать, эта мечта не просто греет душу, а это реально при определенных условиях. Но верить в иллюзию, просто вот в иллюзию, вот чтобы верить во что-то светлое, но никогда в твоей жизни этого не будет, я не согласен, как бы, я не согласен с этим. Мечта, она непродуктивна своей, как бы, недостижимостью, если это розовая иллюзия. Вначале появляется мечта, классная идея, которая захватывает твое воображение и дает тебе силу. Ты получаешь вдохновение и силу. Потом ты начинаешь выстраивать некий план действий, а дальше ты просто это делаешь.